Здравствуйте! Сегодня мы в магазине All Time на Сретенке, и я рассказываю о часах бренда Swiss Military Hanova под названием Grenadier. Swiss Military Hanova – это швейцарский бренд, который специализируется на производстве часов милитаристского направления. Помимо того, что эти часы продаются в магазинах, они также поставляются в какие-то воинские подразделения. Ну, с этим связано особенности того, как они сделаны, что они из себя представляют. Ну, в общем-то, я об этом и хотел рассказать вот именно сейчас. Что такое милитаристские часы? Ну, у них есть какие-то функциональные особенности, которые должны быть, использоваться, так скажем, применяться как правило, несмотря на то, что вот конкретно этот экземпляр может никогда не попасть, ну, дай бог, чтобы он не попадал в зону военных действий. И тем не менее, что это такое? Ну, это вот прочный стальной корпус. В данной ситуации он практически весь шлифован, как вы можете видеть. То есть, в общем-то, бликование, оно минимальное. Это матовая отделка циферблата, которая позволяет надежно определять время по большим меткам. Ну, вот вы видите, они такие вот зеленоватые в этом освещении. Это означает, что они покрыты люминесцентным составом, как и стрелки. То есть сейчас вот на этом ярком свете они набирают энергию световую, чтобы потом ее отдать в темное время суток или в тех условиях, когда, в общем-то, не очень хорошо видно, например, где-нибудь под землей. Это очень важно для часов милитаристского направления, ну, то есть, чтобы часы готовы были показать точное время практически в любых условиях. Также вот мы видим здесь две стрелки часовой минутную, они вот зеленоватые, они выделены люминофором, и секундную стрелку, имеющую кончик, также немножко, так скажем, на самом кончике эта стрелка покрыта люминофором. То, что она красная, это, так сказать, ну, такая дань, что ли, представлению о милитаристских часах, что там обязательно должно быть что-то красное. Ну, также это швейцарский бренд, вот вы видите на месте метки 12-часовой такая эмблема бренда Swiss Military Hanova. Ну, поскольку это Swiss, швейцарский, это не только то, что они произведены в Швейцарии, но также просто вот швейцарский бренд, который позволяет отмечать циферблат, ну, вот такой маленькой копией швейцарского флага, красного швейцарского флага с крестом. Секундная стрелка, как я уже сказал, красная, это, так сказать, дань, ну, дань тому, чтобы часы выглядели как можно более привлекательно. Вот. Ну, вот этот кончик, который светлый, он имеет определенную функцию. Он должен показывать, что часы действуют. То есть вы в любой ситуации, когда вам нужно узнать текущее время, вы смотрите также на эту стрелку, и если вы видите, что она движется, значит, все в порядке, механизм работает, часы показывают точное время, потому что если они остановятся, понятно, что точного времени они показывать не будут. Матовый зеленый циферблат, ну, в общем-то, по цвету циферблата никакие милитаристские правила ничего не говорят. Циферблат просто должен быть матовым, не бликующим, не создающим никаких помех для определения времени. Он может быть либо зеленым, зеленый цвет, вот в последнее время становится все более и более популярным, либо темно-синим. Темно-синие циферблаты очень популярны здесь, в России. Либо черным, но это такой стандартный циферблат для часов милитари. И в коллекции Hanova, ну, в общем-то, очень много часов с черными циферблатами. Собственно, поэтому я выбрал вот эту с темно-зеленым циферблатом, ну, чтобы показать какой-то немножко отход в сторону, отход от общепринятых правил, ну, такую интересную разновидность. Что интересного можно сказать о корпусе этих часов? Корпус часов стальной, как я уже сказал, он довольно-таки прочный, и такая специальная штука, которая, как правило, должна использоваться в часах, которые подразумевают использование, ну, не только вот так, скажем, в офисе, либо дома, в какой-то приятной расслабленной обстановке, но также где-то на природе, ну, я уж не говорю на военных действиях, во время военных действий или в каких-то там активных развлечений на природе. Это так называемые выступы, защитные выступы. Они придуманы специально, их придумала где-то примерно сейчас, вот, насколько я помню, где-то в 1953 или 54 году фирма Rolex для своих субмаринеров. Вот. Это просто такая штука, которая, во-первых, позволяет предохранить заводную головку, и, во-вторых, при ударе о заводную головку она может не сломаться, но
заводной вал сместится, и, например, из-за этого возникнет уменьшение, снижение степени водостойкости. Ну, то есть внутрь корпуса может попасть влага, внутрь корпуса может попасть пыль со всеми вытекающими негативными последствиями. Вот эти все выступы, казалось бы, простейшее такое конструктивное решение, оно позволяет решить эту проблему в подавляющем большинстве случаев. Ну, в общем, далее мы смотрим браслет, самый простой трехрядной конструкции. Ну, то, что самое простое в милитаристском, таком милитаристской интерпретации, это обозначает самый надежный, самый такой, не доставляющий никаких проблем ни в обслуживании, ни в эксплуатации. Поэтому здесь все правильно. Ну и дальше мы рассмотрим застежку этого браслета. Она также изготовлена из нержавеющей стали. И, в общем-то, это обычная двойная застежка, которую принято, в общем-то, называть браслетной. Вот, у нее есть две кнопки, которые позволяют ее открыть и, соответственно, закрыть. Вот, все это действует очень привлекательно, с хорошим мягким щелчком, очень надежно. И вот эта вот штучка, это специальная застежка, которая позволяет сделать застежку браслета, закрытый браслет, еще более надежным, то есть случайно он никак не откроется. То есть случайно вы можете, ну там, или как-то там нажмутся эти две кнопки, браслет, тем не менее, останется закрытым, если вот эта вот закрывашечка, она закрыта. Прекрасные часы, милитари, очень надежные. В общем-то, я бы сам с удовольствием такие как-нибудь надел. До встречи в следующих сюжетах.